Мистер Кавалькейт, мадафака, нахуй. Йок, короче, вы его сначала высушите, а потом разговаривайте. Чё ты, Эль Санто, нахуй? Все, чё там, за цвета меня хотел спросить или чё? Да почему спросить? Или чё, нахуй? Просто вот... Кому ты там звонить собрался? Старый, пусть сначала он скажет. Я ж тебе говорю, высуши его, а потом разговаривайте. Ну ты, тут так дела не делаются. Умышь, нахуй! Что-то так дела не делаются. Ствол на людей не направлять, дела так делать. Ты на кого, сука, ствол направляешь, уебан? Вы Сераф прыгнул на заднее, нахуй. Никто с тобой разговаривать не будет. В другом месте побазарим. Быстро на заднее. Бля, чувак, ну ты в натуре нахер отморозок. Вы порезали людей, которые работают на меня. Человек, мы порезали чувака, который выебался. Британцу тоже можешь позвонить и рассказать, нахуй. Вы порезали моих людей, я ситуации не знаю. Ты знаешь, не знаешь ситуации, нахуй, ты как хули ты ствол направляешь, тачки выплюнулся, нахуй. Сюда иди за мной. Ё, мужики, не надо, но я не хочу проблем в натуре. Ты когда оружие достаёшь, чтобы... блядь, чтобы больше не направлял, ни на кого, нахуй. Ну чё, нахуй, теперь в ситуации будем разбираться или чё? Поговорить хотел, говори. Ну я же говорю, ты Мадам что... ты что, я прихожу, смотрю, ты что, на охранника, которого я нанял, внутри гонит, типа... ничего просто. Ну я не знал ситуации. С ничего? Не знал ситуации и начал доставать ствол, правильно или чё? Я начал доставать ствол, когда попроще был порезан. Попроще встал, нахуй. Да я и так стою нормально. Не знаю, как бы я достал ствол только потому, что резать начали людей, а там как бы место такое, то, что... Да, Бух. Да, я знаю. Он там, слышь, что-то горит этот ублюдок про какого-то британца, позвоните британцу, вся хуйня. Понятия не имею, типа он им прикрывается, нахуй, когда делов нахуй вертел этим британцам. Типа он его знает, типа он прикрывается. Подожди. А чё за британец? Ну-ка давай, расскажи мне. Я работаю с британцем. Работаю с британцем, а почему это интересно, я должен британцу был позвонить? Привет. Булка подожди, знает Булка. Почему. А зачем ты Булке про Вагу говорил? Что именно про Вагу? Что ты работаешь на Вагу, с Вагу, я не знаю как. Ну, я просто помог им найти охрану туда. И все, и поэтому ты работаешь с Вагу, да? Я не работаю с Вагу, я просто помог им туда просто найти. Просто помог охрану. И прикрываешься Вагу, правильно? Да почему? Кто сказал, что я Вагу-то прикрываюсь? Ну ты же не работаешь с ними? Нет. Ну значит, ты ими прикрываешься, раз ты с ними не работаешь. Врубаешь, типа, я не спрашивал за цвета, я просто спросил, типа... Не спрашивал за цвета? Так я просто спросил... Ты помнишь, что ты сказал? Я сказал на тебе, типа, ну, такие цвета от из Дэвиса, это был просто вопрос обычный. Короче, Рэй, смотри, ситуация такая, тебе, узнаешь, ублюдка? Тоже вроде зазвонил, тоже тебе. Вся, узнаешь, ублюдка? Сам это кто? Пел за гнилую восьмерку в зале у нас, да. Рэй. Сенту? Да, это я. Усап, Центу. Усап, усап. И чё, как ты здесь оказался? Расклад такой, смотри, Рэй, ситуация какая. Мы были на Ваниле. Там был какой-то, мы уже собирались уходить, какой-то охранник стоял, чем-то вкинулся, понял, объебанный стоит, короче, то ли пьяный, то ли вообще под наркотиком. Ну хули, мы бы Вагу сказали, что у них такой-то охранник, вся хуйня, они бы там уже сами решили. Потом подъезжает этот клоун, нахуй, начинает, вы знаете, кто я, вы знаете, что-то, это мой человек, вся хуйня. Начинает мне спрашивать за цвета, а ты чё в цветах, ты чё, с Дэвиса? Это я вот он спрашивает? Вот он спрашивает. Я ему говорю, а ты кто такой, сука, чтобы за меня за цвета спрашивать, нахуй? Чё ты мне на это ответил? Я не так говорил. Чё ты мне на это ответил, когда я тебя спросил, кто ты такой, чтобы у меня за цвета спрашивать? Я просто сказал, что, типа... Что ты сказал? Ну, кто у вас Оуджи, типа, я с ним знаком. Что? Ты сказал, ты сейчас позвонишь Оуджи, нахуй, решишь вопрос. Да, Булка. Я просто сказал... Ебало закрой, да, Булка. Да, пиздец. Я типа просто хотел конфликт мирно решить и все. Мирно и наставил на стул, да? После того, как вы порезали парня, после того, как этот мадафака нахуй начал что-то про шоколадку пиздеть. Вот это я не слышал, я отошел. Это кто начал пиздеть? Это твои проблемы нахуй. Это кто начал пиздеть? Ты там охранник, короче. Охранник? Да.
Да, вези его сюда. Можете с ним делать, можете с ним делать, что хотите, типа. За шоколадку начал пилить. Если его поймаю, я ему задницу, блядь, наебало нахуй. Мы сделали, что надо, его порезали прям на кухне. Я не знал, что он такой мальдит и чё. Чё, чё, пича я сам, теперь с тобой вопрос решается, нахуй. Это он? Да. Давай нахер, чувак, нахер. Ты ж только без глупостей. Да я чё, я ничего. Я ж говорю, я мирный вообще конфликт хотел решить. Бля, чувак, нахер, ну как ты базарил, это нихера, блядь, не мирно, нахер. Да я на достал, нахер, пушку при народе, блядь. Там столько людей приехало на открытие, и ты начал стволом говорю, там нахер размахивать. Так вы ножом парня пырнули. Мы ножом парня пырнули? Знаешь, за что мы ножом парня пырнули? Британь. Ты уже сказал, я понял. Закрой ебало свое, сейчас чё, бича я сам, мадафак. За то, что этот гондон, нахуй, начал что-то про шоколадку, пиздец, про наш, сука, цвет кожи. За это его и пырнули, этот дрочило на нас ствол наставил, нахуй. Да, вы самого пырнул, нахуй. Этого я не слышал. Не слышал? Ну ствол не слышал, не знаю, что такого не было. Надо разбираться так-то. А ты головой не думаешь, когда, блядь, что-то делаешь? О маме не думаешь, нет? О девушке своей что не думаешь? В тот момент не думал. А что делать, чтоб ты думал? Ебало тебе выставить или что? Забить сейчас оставить тебя тут нахуй уехать? Да не надо, блин. Ну я серьезно обещаю, что такого главное, больше ебать, не будет. Звонишь нахуй такой на понтах. Ебать, звони баласом, блядь, решай. Не, холодно лучше. Я сказал, позвони им, чтобы мы решили вместе эту ситуацию. Ну ты чё тоже такое говоришь, пиздец, блин? Чё? Блядь, я тебя сейчас уебу нахуй. Бля, чувак, может нахер тебя завалить просто здесь, да и все с тобой. Ну тебе руки трясутся, них. Да не надо, блин. Давай нахер, слышь, пулю в голову нахер и конец. И с концами, чувак. Не надо. Пожалуйста, у меня мама не ходит, мне помогать надо. У меня свадьба скоро. Вот видишь, как ты тут разговариваешь. Короче, я предлагаю так, нахер. Пусть он в следующий раз нам привозит подставку. Из этой поставки, нахер, 5 скрипок, это будет нам бесплатно, а он пусть отрабатывает стоимость. Забирайте его там, что хотите, делайте. Все, давайте, писал. Все, чуваки. Я что-то дверь у меня ударил. Поехали. Натуре? Да, чувак. Смотри вон туда. Приход не только мы там попыли. А, Пабло звонил его, короче, пытались цепануть эти... Да. Зеленожопые, типа. Серьезно? Да, типа. Такси, ебать. Чё, нахуй? Это такси. Да-да, чувак, падай, поехали, нахер. Поехали, ебать. Давай, нахер, падай на заднее, блядь. Можно с вами, ребят? А мне к таксопарку, ебать. Да-да, чувак, ща едем. Короткими самыми путями и добираемся, чувак. Всё, поехали, ебать. Погнали, нахер. А вы сами откуда, ребят? Эй, мы с Нью-Йорка, чуваки. Мы с Нью-Йорка, бро. Блядь, чувак, я вообще сам нахер с Майами. Ты с Майами? Да, мэн. И как да, там? Да, чувак, шаришь. Охуенно, чувак. А я местный здесь, родился, вырос тут. Да поебать, чувак, вообще, нахуй. Да, конечно. Йоу, бро. Хера себе. Да-да. Натуре? Натуре, ебать. Йоу. А, это по-моему, мы что-то не туда едем, ебать. Да не, чувак, все нахер нормально. Все ровно, все нормально тут? Конечно, нахер. Поехали, ебать. Йоу, бро, натурь, йоу, телефон достанешь тебе, пиздец, йоу. О, ебать, по-моему, мы все-таки не туда приехали. Чутя в карманах, йоу. Да, ебать, ничего особо и нет. Давай с тачки выходи, йоу, побежишь тебе, пизда, йоу. Бля, может, как-то, ебать. Давай, йоу, бро, давай руки поднимай, веселей будь, йоу. Бля, чувак, ты только глянь на его тапки, нахер. Бля, так это же, мать его, пейсли, мэн. Охуеть, бля, это что за суета, ебать, куда я... Давай, бля, чувак, слышь, можно вопрос, нахер? А ты где, мать его, брови проебал, мэн? Йоу, давай посмотрю, йоу. Так, да мне их разбрели, ебать, недавно. Хера у тебя сережки, йоу, я тебе возьму. Эй, братан, ну вот все-таки ну, оставишь чё, мне с наследства, с наследства туда. Они, бля, передались, блядь, по наследству, ебать. Продади, ну, получается. Давай, йоу, конечно, удачи. Йоу, вы куда, может, хотя бы подвезете, ебать, уж раз такая, ебать.
Блять, чувак, давай отваливай нахер отсюда. Блин, нахуй. Пиздец, блядь. Я вас запомнил, нахуй. И номера тоже на машине запомнил. Запомнил, в тачку прыгнул, нахуй. В дыре прыгнул, больше пиздец. Всё, нет. Бегом нахер в тачку, сука. Сел, нахуй, ты что, тупой? Пиздец, блядь, опять попался, блядь. Бля, мэн, нахер, ты чё, под кайфом? Да нет, ебать. Ну и всё тогда нахер, хули ты себя ведёшь так, нахер? Тебе вообще не страшно, что ли, чувак? Йоу, оставьте меня, пожалуйста, пожалуйста, можно я просто уйду отсюда, пожалуйста? Не, чувак. Не хотел. А куда это вы мне... Бля... Давай, с тачки выплюнул. Сыри. Пиздец, бля. Так, синец встал, нахуй. Стой нахер и не дергайся, мать его. Бля, ну ты в натуре гандон, мать его. Кого ты там, сука, запомнил, нахуй? Какие номера? Слышь, Педик? Нет, ничего не запомнил. Телефон мне, давай сюда забрал. Ой, блядь. Костя, ломал когда-нибудь? Не, чувак. Да буду сейчас. Бля, это жесткая тема, нахуй. Да это чувак. Бейсбольная бита и нахуй, пока скан, чувак. Бля, нахуй, можешь меня отпустить, нахуй? Не, чувак. Это конечная, чувак. Сука, блядь. Отпустите меня, пожалуйста. Не, чувак. Ай! Чё ты режешься? Чё нахуй? Блядь, я испугался, ебать. Что Рычило, за кошка, ебать? Пристрелить тебе башку прям. Не надо. Слышь, у меня есть вариант получше, мать. Знаешь, какой? Ага. Я вот думаю, может тебе... Тут яйца снести. Ой, блядь, не чё надо, думаешь? Не надо. Нет, они мне еще нужны, ебать. Да хуя тебе. Яички, нахуй. Хочешь детей отстегнуть? Нету мне. И не будет. Нет. Ой, бля. Сейчас, чувак, нахер будет яичница по-техасски, мать. Давай я тебе яйца отстрелю, сука. Да нет, не надо. Как тебе? Глазунью, нахуй, оформлю. Ой, бля, не надо. Чё, не надо. Бля, чувак, ну мне кажется, нахер он вообще не боится. Он нас считает, нахуй, за каких-то клоунов, ебать. И думает, что наши стволы, нахуй, нереальными патронами, мать его, заряжены, сука. Не надо. Да, нахер, чувак. Всё, не надо. Чё не надо, мать его, нахер? Тебя чё, прям тут, нахуй, грохнуть или чё, сука, а? Да нет, не надо. А, сука? Ай. В натуре пусть сидит миллиметр в бошку, нахуй, или чё, афро? Ты кого там, сука, запомнил, нахуй? Да никого не запомнил. Shut the fuck up, man! Shut the fuck up, man! Кого ты там, нахуй, запомнил? Какие номера, нахуй? Да там такси приезжало, блядь. Йоу, йоу. Кого, нахуй? Какие такси, сука? Какие ты там номера, блядь, запомнил, дрочила? Да там, ебать, такси приезжало. Скажи это моему, нахуй. Запомнил. Скажи это моему пистолету, нахуй. Да не надо. Всё, простите, ребятки, простите, пожалуйста. Всё, беги, всё, я вас услышал. Беги нахуй туда. В метро беги, нахуй, чтобы не видели. Стой, штаны снимай. Ползи нахуй, как черепаха, мать его. Кроссовки снимай, стой, хуй. Кроссовки снимай. Всё, я приполз, Тапочки нахуй. Ой, бля, вам понравились вам, что ли? Давай нахуй, снимай, чувак их. Быстрее снимай, нахуй, тапки. В темпе ползи, сука, чё так медленно, нахуй? Бля, ну и мудак нахер этот тип. Стрелять ему вслед пару патронов. Тут не надо, чувак. Да не, чувак, нахуй надо. Бля, чувак, я что-то нахер не могу Лестеру дозвониться, мэн. Лестер? Да, мэн. Лестер здесь где-то был. Давай, ща буду, чувак. Сап, чувак. Что вообще тут произошло, так я не понял. Я просто врубаешь спал. Бля, Йорш, ты что ли нахер? Да. Ты чё нахер, со своей работы решил, чувак, соскочить или как? Да не. Давай нахер, тогда иди в туалет и драть нахер. Я парик нахуй не разговаривай со мной, так врубаешь? Да ладно, чувак, слышь, ты же знаешь, у меня брат Лестер нахуй. Если у меня какие-то проблемы, Леш, мать его, значит и у него проблемы, мать его, нахер. Если а ты мне что-то хочешь старый, предъявить, нахер, чувак. Я сейчас набираю просто, мать его, Лестера, нахуй. Он подъезжает сюда, чувак, и начинает тебе объяснять, нахер. Чё там и как там, мэн, сечёшь, чувак, а? Идём, парик, а я вызываю, нахуй, старого. Давай, нахер. Давай, нахер. Чё, хочешь, блядь, помериться, чувак, силой, нахер, или как, а? Ну, давай. Давай, чувак, нахуй. Звони давай. Старый недоступен. Бля, чувак, и Лестер нахер трубку не берет, мать его.
Ну что тогда, может быть, вдвоем решим? Бля. Короче, нахер, чувак, будет Лестер на связи, мэн, я с тобой обязательно нахер свяжусь. Ты ж парик, я вызываю тебя на бой, нахуй. Бля, чувак, да иди нахуй, от меня. А, вот так вот, да, сразу же. Бля, чувак, просто отъебись нахуй. Боишься, я вижу, что боишься. Отъебись, в твоих нахуй, глазах чувак. Страх, я вижу, даже их через очки врубаешь. Бля, чувак, нахуй иди просто. Просто нахуй отъебись от меня. Сам иди нахуй. Дрочила ебаный нахер. Сам ты дрочил. Да, чувак. Чудом ты. Бля, да тут нахер, короче, что-то ёрш нахуй говорит. Чё ты, бля, чувак, хочешь нахер силой, мать его, помериться нахуй? Я говорю, бля, мэн, да у меня брат Лестер, мать его, нахуй. Тот самый, мать его, Барксдейл, бля. Ой, нахуй сила, это окунь этот ебучий. Да, шум, чувак, он начал, короче, понял, набирает старому, нахуй. Унитаз макну, нахуй. Набирает старому, короче, говорит, будет. Давай, нахуй, чувак. Ща мы, блядь, будем мериться, мать его, силой, нахер. Ну я говорю, бля, я сейчас набираю, мать его, Лестеру, нахуй, и тебе пизда, нахуй, чувак, шаришь? Ну короче, бля, я до тебя нахер не дозвонился. Он гному нахуй проебал, блядь, о чем вообще разговаривать с ним можно? Бля, мэн, я нахер до тебя не дозвонился в моменте. Короче, я до худа сейчас, если что, тут по Гроу-стрит нахуй шагаю, мэн. Давай, чувак, я тут это пока занят немного. Ершу передай, будет пиздеть нахуй, сломаю ему череп нахуй. Бля, чувак, сейчас нахер передам. В четырех местах нахуй. Все, чувак, я тебя услышал. Давай. Ну все нахер, ёж, пизда тебе, чувак. А ее, чувак, слышь нахер? Короче, блядь, слушай меня сюда внимательно, мудак. Ты со мной разговариваешь? Да, чувак, нахер. Я с тобой общаюсь. Погоди, погоди, чувак. Не-не-не, чувак, погоди нахер, погоди, момент. Слышь, мэн? Короче, тема такая, нахер. Я позвонил только что Лестеру, чувак, и он сказал, нахер, если ты будешь, нахуй, меня трогать, мэн. Он тебе ебало сломает, нахуй. Он просто твою челюсть, нахуй, возьмет и перевернет, нахуй, на 360, мать его, градусов, чувак. Сечешь меня на чем я, а? Я его осеку. Так что, нахуй, давай, короче. Либо, нахуй, заднюю даешь, нахуй. Либо пулю в голову ловишь, чувак. Шаришь, мэн? Йо, чувак, я заднюю никогда не имел, рубаешь. Ну тогда, чувак, я сейчас звоню нахер Лестеру, и он тебя кончает, нахер. Давай, нахуй. Бля, Лестер, бро, он, короче, нахер не догоняет, блядь. Он говорит, давай нахер, звони своему братику нахер, там все дела, чувак. Ему похуй, короче, шаришь, мэн. Бля, чувак, мне пиздец сейчас некогда вот этими делами вашими заниматься. Где ты есть? Бля, чувак, да мы на Гроу где-то нахер. Здесь, короче, от ЛСК нахуй, в 5 шагах, мать его. Бля, ща подойду, только у меня пиздец времени нет, чувак. Я сейчас быстро, чё там этот, ёж, ебаная рыба, нахуй. Где он есть, нахуй? Бля, чувак, мне кажется, нахер он просто сомневается в тебе, мэн. Базару нет во мне, чувак, я нахуй, вот но в тебе, мэн. Ёж, давай, чувак, нахуй, до района погнали, мэн. Ща, мэн, будем. Я все, я вас вижу, ща подъеду, подожди. Вот и все, нахер, а вот и Лестер, мать его. Барксдейл, нахуй, собственная персона, чувак. Чё там? Да вот он, нахер, слышишь, что-то, блядь. В себя нахер поверил. Что за хуйня, я не понял нахуй. Чё такое нахуй? Хули чё нахуй? Чё, бля, охуел? Туда его нахуй. Поехал, чувак, мне некогда. Туда его нахуй. Бля, парик, тебе пизда, я сейчас встану, я тебе так охуяю. Бля, чувак, я съёбываю нахер. Бля, мята, слышь, мэн? Чё там, чё случилось? Бля, короче, нахуй, тут что-то этот, блядь, ёрш нахуй себе там понагонял, чувак, в себя нахуй поверил, понял, мне что-то нахуй говорит, сейчас я тебе ебало, мэн, сломаю нахуй. Чё нахуй? Блядь, натуре? Чувак, ему, короче, нахуй Лестер подъехал, чувак, только что как дал нахуй раз в подбородок, мэн, тот аж упал нахуй на землю, мэн. Нихуя. Бля, чувак, он походу сюда нахер шагает. Где он? Я так понял, чувак, он нахуй старому позвонил, мэн. Бля, там этот ёрш, нахуй, он вообще, чувак, нахуй, края путает. Он мне что-то звонит, нахуй. Да-да, чувак, он хочет тебе пожаловаться, чувак. Да вон он идёт, вон нахуй, он дрочит. Как, сука, ебаная, сученая шмара, нахуй, мэн. Чё ты мне дозваниваешь, гандон? Парик, он за хаммером, чувак. Так ты и есть туалетный ёршик. Так и парику дозволено, слышь, он уже копа своего первого убил, а ты чё, первый туалет свой очистил, нахуй?
Тут дай его нахуй этого дрочилу, ебать. Мадафак. Да ты сука, и лучше бы я тебя в горящем доме оставил, дрочилу ебаного. Иди поплачься в каналах, сучка нахер. Вон он идет, старый. Хули ты на париках гонишь, ты чё, долбоёб? Ты прикалываешь, что ли, старый? Я прикалываюсь, ты чё, сука, напомнить, как ты нас чуть не угробил, нахуй? Мадафак. Я, наоборот, сделал дело, которое должен был. Выпаешься, деньги на месте. Сделал дело, нахуй? Да. Мое задание чё, каково сука, было? Дрочила ебаная, нахуй. Сделать дело, по-твоему, туда это, нахуй? Нахуй. 50 туда минут, его, нахуй, кататься вокруг места встречи, дрочила ебаная, нахуй. Мы бы съебались от копа чё в этот дело? Момент, чё мадам. Ага. Дрочила, нахуй. Было, а? Пошёл, да, чувак, нахуй. Нахуй. Туда его, блядь. Мадам, фок. Ну, она сестра старого, Гру. Момент. Да, старый. Алло, парень, подъезжай на спортзал, сейчас ерша пиздить будешь. Давай, момент буквально. Давай. Погнали, чувак, на в спортзал. Че, я буду ломать ебало ершу нахер. Второй раз уже? Бля, чувак, ну чё, как нахер, по правилам бокса или как, мэн? Натуре, по правилам бокса, все чисто. Давай, чувак, чисто по правилам бокса, мать его. Найдём же ещё. Так, ну чё, готовы? Да, мэн. Как чувствуете все? Да вообще ништяк, чувак. Сейчас я его нахер порву на две части. Нахер. Я готов нахуй забивать его до смерти. Ага. Ага. Просто вот так вот. Да-да, я уже видел, как ты пиздишься. Короче, честный бой, без беготни, без всякой хуйни. Увижу какую-нибудь хуйню, вам обоим пиздец. Понятно? Да, мэн. Давайте, если вдруг Йорш выиграет, я, возможно, дам ему возможность поменять свой стритнейм. Блять, выходный момент. Бля, чувак, точно не сегодня, нахер. Готовы? Да, мэн. 3, 2, 1, погнали. Я вижу страх в твоих глазах, парень. Бля, чувак, да расслабься нахуй, получай просто пизды. Давай, Йорш, кусок говна хоть где-то выиграй, блядь. Давай, девочка. Просто нахуй. Йорш, блядь. Сбиваю, сука, нахер. Все, ну упади уже, если сдался, на, блядь. Сука. Сука, иди сюда, я тебя забью просто до смерти, врубаешься нахуй. Это за мою мамочку, это за моего папочку, нахуй. Пизда тебя, козел нахуй, ебаный. Давай, иди сюда, че, я тебе думаешь, не вдрахну? Иди сюда. Девочка, от тебя пахнет женщиной, да, нахуй! Трахай, там, я чувствую твое выделение! Сука, думаешь, мне больно? Мне не вот больно, мне старый настолько написал, то, что я не чувствую уже боли, нахуй! Уже лет 10, нахуй! Врубаешься! Пизди, ну чё ты? Слабак, а чё ты орёшь, бля! Там, сука? Козёл! Да взял, взял, нахуй! Блядь, чувак, ты пизда, нахер! Всё, блядь, вложили, нахуй! Дорался, сука, еблан! Так, все, давай, ладно, нахуй, сюда перейдите. Понятно, это избиение нахуй было. И приходишь сюда, прям сейчас пошел. Ждем тебя. Я говорю, блядь, пошел! Йо, погнали, братан. Высяпись. Че, куда? На круг быстрее. А что, куда мы едем? Блять, чувак, просто нет, послушай, нахуй. Оденьтесь так, чтобы вас потом не спалили, блять. Татухи, чтобы закрыты были, ну там сейчас такое. Базара нет, чувак. Давай вот парик, мята и булка, вот вы втроем, короче, на этой тачке. Вы, все. Все, заебись. Булка, я думаю, ты все сделаешь, да? А? Бля, ну если честно, мэн, я немного, блять, очкую этого дерьма. Это тоже есть такое что-то. Тряхивает ручки. Ну ладно. Вон у нас стоит, видите слева? Да, чувак. Поехали. Че, заходим, их на стволы ставим. Че, блядь, машину свою поставили, дебилы, нахуй, отъезжайте. Руки поднял, нахуй, руки подняли, давай, суки, нахуй, все. Чувак, бегом в магазин пошли, бегом в магазин пошли. Бегом в магазин, женщину возьмите. Мать твою, нам не дели на пенсии, заберите женщину, женщину заберите. Женщину заберите! Забери! Бегом, 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 магазин! Забирайте старую шлюху, вы чё? Печаев, мадафака! Все зашли быстро. Все
Все туда. Лука! Вы тоже, блядь. Только без глупо снимать его. Старый, только не трахай ее. Заберите старую шлюху, отпустите нас. Давай сюда. Все, будете все спокойно сидеть. Да там куча нахер 12. Сюда идем. Сюда идем. Да, вот в угол. Вот сюда сели, вот можете посидеть на... Старый, смотри, как раз для тебя. Я не понял. Чай, кто успел этих хулиганов? Бурый забрал. Все, все у них заберите, все стволы, всю хуйню забирайте. Что забрал? Да, тоже на. Телефоны все сюда дали. Мотфокус нахуй, я что-то не так сказал или что? Вы что, не слышите нахуй? Забирай, забирай. Нету. Рации сюда все подскидывали, нахуй. Шкура ебаная под ногами, блядь, не мельтеши, нахуй. Села на лавку и сиди, нахуй. Бля, может нахер завалить кого-нибудь из вас, а? Да не, баб. Кому нахер? Может тебе нахер пулю в голову пустить, а, чувак? А кто он сосать будет? Так а мы на пенсию скоро уйдем уже, она не нужна. Ладно. Сегодня, блядь, чуваки, просто не ваш, мать его, день. Кто здесь Джон, нахуй? Я. Встал за мной. Да, блядь. Мистер Комар, обязательно предупредите меня, когда вы будете... А чё бабка пришла? Давай на место. А ты чё вернулась? Да бля, чувак, она просто нахер никому не нужна, это старая пизда. Хорошо, пускай она выходит. Можем её нахер кончать, чувак. Двое мужчин, хорошо, пускай они выходят... Бля, можно я снэк в автомате куплю? ...поднятыми руками вверх и идут налево, по направлению к северу. Че? Снэк хочу в автомате взять. Лично, парни, выходите. Давай, киску, у нас не так много времени. Мистер Комар, как насчёт пожилой женщины? Хорошо, пожилая женщина останется. У вас сейчас сколько заложников осталось? Давай, старый, еби ее, еби ее. В полной программе, мать его. Да, да, нахер, чувак, да, нахер. Сделай его, да, мать его, нахер. Да, 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 нахер. Да, чувак, нахер, сделай его, нахер. Давай, давай, чувак, нахер. Не останавливайся, мать его, трахайся. Давай, нахер. Второй, третий. Давай, нахер, чувак. Да, сучка, да, нахер. Бля. А, сучка. Уже второй раз. Йо, хоми, идите все сюда ко мне. Не двигаться, бля. На колени нахер, бабка. Йо, хоми, я хочу, знаете, что сказать? Че? Если сейчас с нами что-то случится, либо кого-то поймают, а я, к примеру, смогу скрыться, либо меня поймают. Я на Баренбруке уже сидел, вы тут половина все молодые, нахер. Согласен. Если что, говорите, что в это говно втянул всех вас я. Базара нет. Мне, если что, не привыкать нахер. Ты как скажешь. Короче, вот все, давайте вот так вот. Базара нет, жирный. Бля, булка, звучит так нахер, как будто... Кого назвал жирным, дрочила? Ой, это вон тот, слышу, ебан. Ну иди им леща, отдай нахер. Чуваки, если буду стрелять по мне, зацепят вас, я не прощу себя. Умеет уже нахер. Старый, а ты бегать умеешь? Ну, да, бывает, бегаю иногда. Не, отлично. Ну что, готовы? Да. Да, чувак. Иди вперед. Вперед, нахуй, побежала она! Давай, нахер, в темпе, сучка. Бежи, давай, бежи. Вперед, нахуй. Давай, давай, чувак, нахер. Быстрее. Сейчас вперед и направо, нахер. Прямиком к тачке, нахер. Давай, пять. Бегом, нахер, чувак. Блять. Все, брось его нахуй, хуй. Все, погнали. Все, погнали. Так. Ебать, вы посмотрите, сколько. Когда начнем? Работаем. 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 Едем, 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 валим, валим, валим. Валим, все валим, по валим, разным валим, сторонам, валим. Нахуй. Уходим, парик. Давай к нам сюда на контейнер, где контейнер, туда. Бля, чувак, может пока рано, нахер. Давай еще пару. Нет, я имею в виду, туда дальше надо было. Дальше туда нужно было машину кинуть и разойтись. Все, все, езжай. Бля, чувак, нахер, за нами тачка, мать его. Не стреляй. Остановись на секунду, они ближе подъедут и разъебем. Сейчас переулок будет на СИУ, как ехать на Веспуче. И у нас пока нормально налево. Сейчас направо здесь будет промежуток. Вот направо, 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 направо. Готовься, сейчас заедут и начинаем работать. Давай, мэн.
Останавливай. Останавливай, работаем. Все, вали. Бля, чувак, слышь, местных нахер, напряги стволом нахер, чтобы они, если что, нам помогли, а? Я, может, где-то разбежимся? Бля, Булка, я хер знаю, чувак. Такая себе идея, мать его. У них одна машина нахер, она с троем. Бля, чувак, набери нашим, слышу, знаю, как у них там, мать его, дела. Йо, у вас как дела, хоми? Погоди, чувак. Да, Гроу. Три машины у нас уже. Была одна. Да-да-да. Вертушки нет, чувак. Мы от копов, короче, парик от копов ушел. Да, вообще, три тачки мы скинули. Куда, скажи, ехать просто, чувак, и все. Хоми, ты просто лучший. Ломеса проезжаем. Парковка рядом с Бигхорном. Окей. Окей, давай. Да, мы уже подъезжаем сейчас направо, поворачиваем и уже на парковке почти. Все же заезжаем. Все, к старому, в тачку, давайте направо. Давай в тачку. Бля, чувак, мы кое-как нахер съебали от них. Я, парик, вообще так ушел от них. Вообще, чувак, ты... Я в фильмах даже такого не видел. Я в натуре, я охуевший от того, как, чувак, ты водишь в натуре. Это пиздец. Этот мадафака нахер учился у лучших, врубаешь? Не, это было реально круто, чувак. Маски снимите. Бля, мэн, если бы нахер не первый, мать его, Линкольн с Лестера нахер, я бы так бы не ездил, чувак. Нет, это реально круто, чувак. Это все школа, мать его, Лестера нахер. Так что респект ему, чуваки, за это. Фу, бля, вот это ништяк, чувак, было реально, вообще просто. Че ты? А, чувак. Не, чувак, это было вообще так. Бля, чувак, это было реальное дерьмо, мать его, нахер. Не, в натуре просто респект, чувак. Я никогда, мать его, слышишь, от легавых никогда не сваливал, мэн. Это моя была первая, мать его, погоня. Сработано отлично, чувак.